Выше, Сэм. Радуйся, Макс. Кажется, я заработал ребенка бросательную грыжу. Выше. Я возьму. Ау! Алло. Да, продавец? Святая каракатица в бейсбольной кепке. Мы выезжаем. Он что, получил мои записки? Да, но он просил не врезать их на подозреваемых. Он их не может прочесть без бинокля. Может, просто писать крупнее? Забудь, Макс. Наш противник – самый гнусный образец организованной преступности нашего города – игрушечная мафия. Головорезы без уважения к человеческой жизни, но со странной тягой к детским игрушкам? Они самые. Обожаю этих ребят. У продавца есть причина полагать, что тайный штаб игрушечной мафии располагается там, где никто и никогда не заподозрит – в немафиозном казино Медвежоне. Самое больное место на Земле? Ух ты! У нас, дружок, будут не только шутки и диспепсия. Это миссия спасения. Продавец послал к ним одного крота под прикрытием, но тот не вышел на связь. Нам нужно найти крота и помочь ему. А это большой разлапистый крот или так, мелкий кроток? Без понятия, Макс. Чтобы найти его, я должен сказать кодовую фразу. А шторам ковер под цвет? И что он ответит? Он скажет: «Да я никогда!» и даст мне пощечину. Классно звучит, за дело. О, туз! Лишняя карта в рукаве никогда не помешает. Разве что соперник тебя с ней поймает, изрешетит каждый дюйм твоего тела крупнокалиберными пулями и зароет твой изуродованный труп на пустыре. Да, разве что. Куда едем, Сэм? Немафиозное казино Медвежонни. Ух ты! Добро пожаловать в немафиозное казино Медвежонни! А? Это лицо! Меня зовут сынок Мишка. А какие у нас тут забавы и развлечения? Возьмите бесплатно фишек, знак нашего доброго расположения, и идите тратьте деньги. Спасибо, сынок Мишка. Наслаждайтесь. И помните, вы не проиграете, мы не выиграем. Смотри, Макс, наш любимый аттракцион в восхитительной бандитской обработке. Ничто так не расслабляет, как убийство поддельных крыс самым жестоким образом. Просим оружие приносить с собой. Мы всегда приносим. Бросьте фишку в прорезь. Давай-ка стрельнем. Я в ужасе. Отсюда полезут крысы, понял? Если крыса держит рот на замке, ее не трогать. Но если крыса запоет... Сади пулю ей в башку. Усёк? Наслаждайтесь! Как же иначе?
стрелять, никогда не попадешь в мафию. Не в том смысле, что здесь есть мафия. Эх, нам ничего не дали. Ничего. Как говорила моя мама, мочить крыс приятно само по себе. Мудрая женщина. Сыграем еще раз. Хорошо стреляешь, пацан. Мой школьный психолог был прав. Из меня правда вышел бы наемный убийца. Смотри, это наш приз. Как и было обещано, практически бесполезная вещь. Магнит на холодильник. Эй, давай найдем кого-нибудь с железным лбом и украсим его. Ох, Макс, ты во всем умеешь отыскать светлую сторону, не так ли? Да, умею. Идем стрелять во что-нибудь. Вы посмотрите, кто здесь. Я бы сказал, цирк приехал. Но мне известно, что до пятницы его не будет, так что вы, полагаю, пришли сыграть в карты. Смотря с кем мы играем. Зовут меня Змеехвост. Леонард Змеехвост. И скажем так, 10 миллионов фишек я приобрел не благодаря удаче. Тогда как ты их получил? Жульничал? Послушай, заяц, Леонард Змеехвост не шулер, понял? Он просто хороший. Хорошо, а что за игра, Змеехвост? Лучшая проверка мастерства — индейский покер. А как вообще играть в покер в индейском понимании? Хе, знаешь, а неплохое начало, когда твой соперник даже не умеет играть. А ты не думал, вдруг мы акулы карт? Или акулы-акул карт? Вдруг мы рвем тех, кто чересчур себя уверен? Как скажешь. Смотри, все просто. Мы оба берем по карте, каждый, не глядя, кладет свою на лоб. То есть мы видим карты друг друга, но не свои. Не возникай, Бобик. Не называй меня так. Потом, если считаешь, что у тебя карта выше, то делаешь ставку. Если нет, пасуешь. Это все? Ага. А потом смотрим, у кого карта выше, и я выигрываю, как всегда. Ну, раз уж такие дела, то глупо было бы не сыграть. Мы хотели бы испытать удачу в индейском покере. Не пожалеешь, пёс? То есть, я сам не пожалею. Да, а попробуете с партнером прокинуть меня, пристрелю обоих. Справедливо. У меня 10 миллионов фишек, а значит, карта выше, чем твоя. Я ставлю все. Залог милосердный на летний коттедж. У нас нет столько фишек. Я вот что скажу, пес. Я так в себе уверен, что дам тебе ставку 10 миллионов к одному. Поставь одну фишку, и сможешь выиграть весь банк. Очень хорошие шансы. Нет, мистер полицейский пес. Потому что я никогда не проигрываю. Ха-ха. Ну что, играем или падаем? Конечно, мы ставим фишку. Прости, Шарик, ты проиграл. Выиграл Змеехвост. Мама ошибалась. Картами можно прожить. Я бы сказал, в следующий раз повезет больше. Но меня удачи... Да, тут поможет разве что тяжелая дубовая палка. Пока хватит. Ладно, хотя я был уверен, что ты пес, а не трусливый шакал. Обычное заблуждение. Ух ты, прилипла. Хочешь еще каплю публичного унижения? Только самую малость. Идет. Хорошо. Я ставлю все 10 миллионов, а вы ставьте одну фишку. Ну что, играем или падаем?
Конечно, мы ставим фишку. Хе, прости, Бобик, ты проиграл. Выиграла собака. Что? Я? Ты обманул меня! Ну что ты, Леонард, как мы могли тебя обмануть? Ах ты! Плати, змеехвост. Мама, ну почему ты не доглядела? Я разорен. Пойдем, Макс. Леонарду нужно потолковать наедине со своей мертвой матерью. Да, идем, посмотрим, получится ли замочить крыс на 10 миллионов фишек и не потерять сознание. Чё за мансы? Не мансы, а Макс. Да мне до фени. Хоть медведь Балу. Без пароля никто не войдет. Ах да. А пароль, напомни какой. А может, сам развалишь? Мы еще придем. Типа оно мне надо. Комбинация жжет! Матерь милосердная азартной зависимости, мы выиграли! Да, выиграли. Приза только нет. Медвежонье нужно отдать должное. У него однорукий бандит и впрямь бандит. Стоять! Какой пароль? Срочно! Можете войти. Эй, Боско! Классный берет! Чертов сакребле! Кто этот Боско? Дорогой, это я, Боско! Нет! Но вы зовите меня Жан-Франсуа Панталон, застенчивый французский анархист! Мы хотим купить одну вещь. Oui, oui, mon sortir! Что у тебя есть? Oui. Это хорошо? Oui, это я зову миниатюрное подслушивающее устройство. Ставится под любой галстук, под любой шапо. Он слушает. Можно слушать тайные переговоры? Нет? Нет, то есть да. Ладно, сеньор Кальсон, вот твои 10 миллионов. Гриной дух святого Гинзбурга. Это не американский доллар. Нет, но их 10 миллионов. Что ж, призы из медвежонни бывают весьма полезны. Беру и взамен даю вам миниатюрное подслушивающее устройство. Это жучок. Верно, месье. И что, он работает? Получил ответ на свой вопрос? Слушайте внимательно, клопы. Я жучок. Сбросьте меня на вражескую территорию, я соберу информацию. Не забудь, ты подбираешь меня, и я повторяю каждое слово. Каждое слово! Мы хотим использовать тебя в слегка рискованном деле. Ты справишься, как думаешь? Я бывал во Вьетнаме, сынок. Видел то, что тебе не снилось. Видел землю, распаханную гусеницами. Гусеницами! И это еще не все. Я видел, как убивают бабочек! Бабочек! А? И я говорю, да, я справлюсь. А теперь мне нужен привод перед заданием. Положи меня в карман! В карман! Шевелись, блоха! Сэр, да, сэр!
Куда едем, Сэм? Немафиозное казино Медвежонни. Ух ты! Добро пожаловать в немафиозное казино Медвежонни! Заходите, ребятишки! У нас игры и веселье! Комбинация жжет. Приза нет. Выброшенные деньги, Сэм. Стоять. Какой пароль? Можете войти. Ты все запомнил? Да, есть. Слушай внимательно, вот что они сказали. Стоять. Какой пароль? Я тут что, типа, иду? Значит, уже сотый раз за сегодня. И ты меня что, в лицо не узнаешь, да? Это все медвежьи головы, босс, они все похожи. Не бойся ножа, а бойся вилки. Можете войти. Теперь сажай меня в карман. Живо! Сэр, да, сэр! Валяй сюда пароль. Не бойся ножа, а бойся вилки. Можете войти. И это все? А где же еда? Я был уверен, что здесь буфет. О, смотри, это, наверное, дом Медвежонни. Вы чем это занимаетесь? Кто мы? Ничем, смотрим по сторонам. Мы такого здесь не любим. Я папа Мишка, босс над Мишками. А как давно вы следили за нами? Достаточно. А я подрос за последние 10 минут. Ваша победа в покере была, скажем так, изобретательной. Почему, на что бы ты ни намекал? Красиво сработано. И вы как-то узнали пароль, чтобы попасть сюда. Очень умно. Я впечатлен. Игрушечной мафии нужны ребята с мозгами, но без совести. Вам это интересно? Все равно нам нечем заняться, по крайней мере, в следующие 5 минут. Я всегда мечтал быть бандитом, то есть официально именоваться. У вас с собой звериные костюмы, и это хорошо. Но прежде чем мы примем вас в семейство, я хочу, чтобы вы сделали 2 вещи. Папа Мишка, плохие новости. Украден подлинный бутерброд. Я хочу, чтобы вы сделали 3 вещи. Какие вещи? А, все как обычно. Кое на кого наехать, кое кого пришить и разыскать вещицу, которая нам принадлежит. На кого нам нужно наехать? Местный продавец отказывается брать наш товар. Возьмите этих милых медвежат и заставьте его выставить их на столике у входа в магазин. Без проблем. Это место называется «Недовольственный магазин Боско». Без проблем. Кого нам нужно пришить? У нас проблемы со свидетелем, который не хочет пойти нам навстречу. Я хочу, чтобы вы заткнули глотку некой Сибил Пандемик. Заткнули это типа кляпом? Заткнули пистолетом. Вы хотите, чтобы мы убили Сибил? И погрязнее, чтобы нас поняли и другие потенциальные свидетели. Она у нас под надзором, так что мы все увидим. Ой. Что за вещицу нам нужно разыскать? Не этот ли гниющий бутерброд? Подлинный бутерброд с тефтелями представляет моральную ценность для нашей организации. Я хочу, чтобы вы засекли его, прежде чем подлый слизняк, который его украл, спихнет его другому отребью. Звучит детективненько. С вором поступите по желанию. Мы на этот счет хотим хранить чинный нейтралитет. Кажется, ясно. Сделайте эти 3 вещи, Сэм и Макс. И будете как мы. Зловещие и многословные? Члены игрушечной мафии! А, точно. Мы еще придем.
Вы двое мне нравитесь. И вот маленький совет. Уходя от игрушечной мафии, почаще оглядывайтесь. Привет, Сибил. Нет-нет, вы ищете другую личность, то есть леди, А разве леди-личность — это не как ее носатая кукла, которые детей пугают? Ох, Сэм, Макс, слава богу, это вы. А я думала, кто-то пришел убить меня. А что это ты делаешь рукой? Что? Кажется, минуту назад в ней была кофейная чашка. Мы еще придем. Я знаю. Только вам двоим и могу доверять. Ой, вот как. Ей бы в следующий раз устроиться стрелочницей. Мне двойной кетчупный латте со сливочной пенкой. Насмешил, дружок. А кто шутит? О, боже мой, спасибо. Я бы потеряла голову, если бы она не была закреплена. Меня это не останавливает. Отлично, грязно и мило. Остальные потенциальные стукачи поймут послание. Мне, так или иначе, все напоминает об ужине. Эй, а где изображение? При всем уважении, Дон, кому какое дело? Ее грохнули, значит, следить за ней больше незачем, верно? Думаю, это так. Раздобудь мне крендель, от подобных вещей у меня зверский аппетит. Ты настоящий социопат, Дон Медведь. В хорошем смысле слова, конечно же. Натурально! Ой, Сэм. Веб-камера на вкус как курица. Хорошая идея, дружок. Теперь игрушечная мафия не увидит, как проснется Сибил. А это важно для нашего здоровья. И еще мы узнали, что веб-камеры отлично идут под кетчуп. Новый забавный факт в арсенале блюстителей порядка.
Эй, Сэм, а мы уже мафиози? Пока нет. Наше путешествие в темные слои только началось. Прошу прощения. Ставьте медведей молча. Лучше пускай останется у меня. Эй, Боско! Посмотри в окно, там игрушечная мафия! О-ля-ля, патрофоп! Вы правы, месье! Это мафиоза из игрушечной мафии, он якобы читает газету! Мимо меня он не пройдет, но... Цена паранойи — вечная бдительность. А что, если маскировка под игрушечную мафию — это просто маскировка? Я должен видеть, что он читает! Если он перетворяется, что читает кроссворд, он из Малтийского ордена. Получайте, распишитесь. Да, зубы на бордюр, камера. Общественные хроники? Наверное, он из Клус-Клус-Клана. Уи! Он перетворяется, что читает про садоводство. Так вы правы, он и есть с игрушечной мафией. Надеюсь, Боско за это с нами не поссорится. И я. Он мой второй любимый псих и параноик. Ну... О нет, он идет сюда, мы пропали! Я сдаюсь! Вах! Я говорил вам, что так и будет! Я говорил, что меня принесут, меня и перенесли! Просто поверить не могу! Не волнуйся, Боско. Мы очистим твой магазин от мафиозной контрабанды, когда распутаем это дело, а сейчас мы крайне заняты. Да-да, вы очень заняты, и вы ничего не делаете, только шляетесь у меня в магазине! Что скажешь, мы любим шляться. Так теперь мы станем игрушечными бандитами, да? Еще нужно разобраться с бутербродом. Ах, да. Никогда не упомнишь такие мелочи. Эй, погоди. А что же БРН модель, да? Вас! Моя камера! О, нет! Покажи мне деньги! Покажи мне бутерброд! Покажи мне деньги! Ты покажи бутерброд, а я покажу деньги! Говорю же, покажу! Только покажи мне! Ах вы! Привет, слизняк! Пытаешься сбыть горячий товарищ, Леонард? Например, бутерброд с тефтелями, Леонард. Бутерброд с тефтелями, который ты украл, Леонард. Стоять, вы двое! Не то клянусь покрывалом матушки, я пристрелю вас! Леонард, давай вести себя разумно. Скажем, что мы трое нашли бутерброд. Может, игрушечная мафия даже вознаградит тебя.
Да, Леонард, они, конечно, знают, что ты слизняк и обманщик, но сразу поверят тебе. Спасибо за подсказку, ушастый. Не пойдет шарик. Оу, не стоило шевелить губами, когда это думал, да? Успокойся, Леонард. Принести тебе коктейль или, может, подушку? Шевельнешься, пристрелю как собаку. Сэм, этот жалкий старый трюк когда-то срабатывал? Все же годы на курсах стюардесс дают о себе знать, Макс. Знаешь, Леонард, а нашему Джимми Два Зуба верить нельзя. Он еще не вернул нам перешницу. Эй, я только что собирался. Ах, так лучше мне доверять двум придуркам, которые обобрали меня до нитки? Притворимся, что на этот вопрос можно ответить «да». Слушайте, я верю Джимми ровно настолько, насколько могу его кинуть. Но, к счастью, кинуть я его могу на километр. Эй, чего? Прошу прощения, а не держишь ли ты нас под пистолетом, который стреляет пистонами? Жулик в одном, жулик во всем, а, Леонард? Что? Нет! Хватай его, дружок! Я думал, ты никогда не натравишь. Ой! Уф! Ох! Мама! Так, Леонард, ты нам сам скажешь, где бутерброд, или будем действовать грубо, а? Грубо? Грубо? Ничего не скажу! Вы ничем меня не расколите, ничем! Видела бы тебя сейчас твоя мама. Не смей говорить о моей маме! Это святыня! Она покровительница жареной грудинки? Если да, то вот он, ее приспешник. Постой-ка, Макс. Кажется, мы нащупали слабость нашего пленника. Какую? Его вялую дикцию или смехотворно плохую грамматику? Ни то, ни другое. Давай-ка ударим этого хитрого слизняка по самому больному месту. Прямо по матери. То есть? Верно, Макс. Пора начинать шутки про твою маму. Ура! Нет, не надо. Что угодно, только не это. Леонард, твоя мама такая толстая, что... Проклятое козлиное молоко в летний день! Никогда не помню конец шуток! Странно, а я всегда запоминаю конец, но никогда не помню, в чем начало. Что же, Макс, тогда придется раскалывать нашего мерзавца коллективно. Подхватывай. Твоя мама такая толстая... Что у нее больше складок, чем у гармошки. Это правда. Получается. Давай так держать, дружок. Хорошо. Заставлять взрослых мужчин плакать — лучшая забава для всей семьи. Твоя мама такая пунктуальная. Что заранее прибыла на свои похороны. О, больно! Как больно! Да мы уже определенно проделали дырку. Так держать, дружок? Ладно. Твоя мама так вульгарна. Что от ее речи грузчики в порту краснеют? О, мама, прекратите! Он уже почти совсем раскололся. Так держать, дружок! Да! Твоя мама такая лучезарная. Что если сбросить ее в ядерные отходы, никто не заметит. А-а-а! Хватит! Прошу, хватит! Скажи нам, где бутерброд, и сразу все закончится. Нет! Давай еще разок его долбанем, Сэм. Твоя мама такая гордая птица. Что пока не пнешь, не полетит. А-а-а! Ладно, ладно. Я скажу, где бутерброд. Только не трогайте больше мою маму. Конечно, Леонард, мы никогда в жизни не станем порочить твою мертвую мать. Я даже не забрал бутерброд из казино. Я спрятал его в призовой ячейке однорукого бандита и унес руку с собой, чтобы никто не выиграл. И мы переходим ко второму вопросу. Где рука? Она здесь, рядом. Спасибо, слизняк. Как мы ее раньше не увидели? Я слишком был занят пистолетом с пистонами, так что руку не заметил. Лучше поедем назад в казино и отвоюем этот бутерброд. Увидимся, соплячок. Стойте, вы что, меня не развяжете? Эй, ребята!
Джимми? Кто-нибудь? Куда едем, Сэм? Не мафиозное казино Медвежонни. Ух ты! Добро пожаловать в немафиозное казино Медвежонни. У нас самые бездонные автоматы во всем городе. Вот черас, он больше не однорукий. Комбинация жжет. Ура! Вот бутерброд с тефтелями. Попробуем, чтобы убедиться. Трупный яд милосердный нет. Он что, дал тебе приз? Должно быть, разладился. Надо сдать в сервис. Зато мы вернули подлинный бутерброд с тефтелями. Такой вонючий образчик скульптуры. Как мы только его не учуяли за километр. Дай-ка взглянуть. Да, это определенно наш бутерброд. Дон Медвежонни будет очень доволен. Он голоден? В общем, да. Молодцы, парни. Следуйте за мной в заднюю комнату. Будет маленькая церемония посвящения. Нас опять лишат девичьей невинности невинные девы? Завали свою широкую пасть и за мной. Сэм, Макс. Вы сделали то, что было вам поручено. Акт убиения, отыскания и распространения. И мы рады принять вас в ряды Медве Ностры. Мило. Раздавлена сущность моя. Нас ждет маленький ритуал с церемониальными плетеными корзинами. Потом другие технические мелочи. Потом Джоуи принесет холодные закуски. Но первым делом, в знак доверия, я сниму маску. И это хорошо, потому что сквозь эту дрянь я едва могу говорить. Ништяк! Умоляю, как меня запарила эта хрень! Окунь морской на вертеле! Ты крот! И ты, наверное, тот самый... То есть, а шторм ковер под цвет? Кодовая фраза! Идиот! Они из вольной полиции! Как видно, они еще не догадались, что я всех предал! Он прав, Макс! Мы до сих пор этого не поняли! Подожди, так вот, я понял, что крот стал предателем, наверное, позарился на деньги и мощь игрушечной мафии, но куда делся предыдущий Дон Медвежонни? Или Дон Медвежонни. Мы знаем только, что подлинный Медвежонни подавился тефтельным бутербродом еще в 65-м. Да, верно. Будем удирать? Думаю, да. Взять их! Скорее к машине, дружок! Сэм, не могу не заметить, что у нас на хвосте висит несколько кровожадных бандитов. Мочи легавых! Да, я видел. А что еще хуже, у них бронированные шины из бандитского бутика. Высокие технологии милосердные на службе зла. Все готовы. Все, кроме одного, самого Дона Медвежонни. Идем и победим этого наглого обманщика раз и навсегда. Хорошая мысль. Постой, дружок. Ай! Эй, Дон исчез. Итак, вот наш шанс выяснить, что планирует этот предательский крот-медведь. Ты знаешь, без своего угрожающего шепота он даже обед не спланирует, не то что гадский и зловещий план. Согласен, но по моему опыту всегда что-нибудь интересное скрывается за дверями с надписью «Не входить под страхом смерти».
Эй, да здесь целый медведестроительный завод. Ты имеешь в виду, что за респектабельным фасадом казино скрывается темный и потаенный мир зловещего производства? Это скандал. Вы двое, вы вернулись. Невероятно. Да стойте на месте. Я умею обращаться и с тем, и с другим. Скажу честно, нас больше волнует пистолет. Вот как? Значит, вы все глупее. Этот гипно-медведь сделает вас моими преданными рабами. За то, что устранили моих приспешников, вы сами будете работать на фабрике. Смотрите! Смотрите медведю в глаза! Делайте, как говорит Дон Медвежонни. Хочется ли спать? Не выйдет? Не выйдет. Гипноз на тебя и меня не действует. Ну давай подыгрывать, пока у него пистолет. Я задал вопрос, рабы! Да, хозяин, я сплю. Та же фигня. Правда? Кажется, что-то не так. Наверное, только кажется. О, придумал, вот проверка. Большой, убей Белкова. Простите, хозяин. Застрели своего дружка. Это приказ. Вот отстой. Я повинуюсь. Оф! Боже милостивый, неужели тут и конец бедному Макси? О, смерть! Ну почему не Стинг? Ой, какая боль, такая боль! И всего за два дня до пенсии. Обещай мне переписать придурков из Хазарда. Обещай мне! Ладно, трус итак... много раз до смерти умирает. Храбрец вкушает лишь однажды смерть. Разве что в играх там герои тоже умирают по многу. Прощай же, юный принц, да споют тебе прощальную песнь ангелы Чарли. Да, так вот так холодно. Отчего мне так холодно? Ну ладно, молодец, раб. Я уже хотел попросить тебя застрелить его еще раз. Да, хозяин. Итак, раб, ты будешь работать, а я читать газету. Сортируй и фасуй гипномедведей. Доставлять их будешь поздно. Да, хозяин. Хорошо, хорошо. Я с нетерпением хочу узнать, какие субъективные обозрения ждут нас сегодня. Вот ты прикидывайся мертвым, а я найду, как поставить и Дона Медвежонни, и его завод на метафорические колени. Я тебя не слышу, я мертв. Вкрутить что-то кому-нибудь? Ой, комбинация жжет! Комбинация жжет! Так, я сую эту хреновину в эту фиговину. Комбинация... О, как это мило. Я знаю, она замужем, но это Кэти все равно горячая штучка. О, хозяин. В чем дело, раб? Комбинация Зод, я горю! Помогите! Зод, я горю!
помощь! Я горю! Кому-то стоит убрать этот мусор. И ничего. Молодец, Сэм. Спасибо, дружок. Кажется, наш крот не столь изящен, как некоторые. Кстати, смотри. Помочь? Не знаю, даже это комично или опасно. А кто сказал, что не бывает то и другое сразу? А я забыл, какой цвет означает, что поздно идти в туалет и паковать вещи. А этот, бежим! Вот это я называю взорвать банк. А заодно тротуар, водокачку и уличный столик. Тебя этот уличный столик очень волнует, не так ли, Макс? А во всем этом деле он один был невиновен. То есть не считая случайных прохожих с собачками. Взбодрись, дружок. Может, продавец нам закажет пикантный обед в Беличьем саду, когда услышит, что мы раскололи дело. Да, стоило бы. За весь мой тяжкий труд я требую 3 тушеных лемура. И соли побольше. Говорит секретный агент Папа Мишка. Завод уничтожен. Повторяю, уничтожен. Задействовать план Б.